Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР-2. Так, новые задания. Маневр 500 метров, получите 250 времени в воздухе, зима приключения и маневр 500 метров, гора приключения. Так, пещеры ледяного огня. Так, что у нас тут? Бесплатный сундук давай-ка мы заберем. Так, тяжеловоз, стартовый ускоритель, колесный ускоритель. Так, в команде у нас сундук, друзья мои. Так, 116 тысяч монет, форсаж, топливный ускоритель и магнит. Знаешь, сколько сейчас времени? Сейчас ты обалдеешь, сколько у меня времени. Ну, это я так, естественно, все уже спят. С утра проснутся и увидят. Всем утро, всем привет. Смотри, сколько у меня времени сейчас в данный момент. Оп, нормально? Рэй сидит. Не знаю, ребят, не спится. Болею, весь какой-то потный, дохаю, короче, ничего хорошего нету. Ну что, тогда, пещера ледяного огня, давай попробуем покорить. Слушай, давай, наверное, начнем с нашей раллийной автушки. Так, что-то... Твою ж дивизию. Отстаю. Отстаю, ребята, я. А вот это было круто сейчас сделано. Так, тягач. А тут что, одна трасса, что ли, всего? Что-то мне вот... Кажется, что здесь всего лишь одна трасса. Ну, одна гонка, я думаю, ты понимаешь, о чем я, да? Так, дай-ка мне вот это взять. Опа, 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 внизу, ребята, кто-то там... Меня обгоняет. Че такая трасса-то затяжная? Ну и серьезно. Просто ей нет конца. Все, наконец-то. Да, ребята, первая позиция. И раллийное авто у меня приехало первым. Такой с шапкой на голове. Так, ну что, сегодня попробуем взять, ребята, 3000 кубков. Пустыня. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты посмотри, они все на форсажах едут. Вот эти два охламона едут просто на форсажах. Этот водитель какой-то непонятный, странный типок. Просто чисто прогнал на форсаж. Ладно, хорошо, допустим, он первую гонку выиграл. Давай-ка посмотрим, что у нас будет дальше. Блин, я плохо, ребят, стартанул. Там кто-то на попрыгульках еще. Ты посмотри, смотри, 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 что супердизель вытворяет, ребят. Есть. Без всяких ускорителей, ребята. Он взял первое место. Так, ну что, давай здесь теперь еще не обломаемся. Чтобы у нас все было четенько. Как в аптечке, да? Давай, 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 у нас облегченный вариант. Без крыши. И опять же первое место. Рейчик лучший. И тут не поспоришь, ребят. Ага, наш путь. Ну что, кубок шахты. Пока, ребята, раллийное авто. Тем более трассы как бы новые, надо будет к ним подпривыкнуть. А потом уже будем что-нибудь там другое выбирать. Опа, чувак разбился нормально. Тихо, 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 Рэй, ты тоже можешь так шпиндякнуться, что мало нам не покажется. Аккуратненько, а вот и финиш. Так, ну что, первую гонку отъехали мы нормально. Давай-ка теперь попробуем вторую взять. У тебя, мужик, не зря на голове целый, как говорится, этот сундук с золотом лежит. Ты должен... Ё-моё. Так, подожди, 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 подожди. А, он опять на форсаже, ребята. Вон у него форсаж торчит.
у этого говнаря. Это зря, конечно. Ладно, фиг с ним. А тут по-другому никак. Там, смотри-ка, еще и формула у нас едет сзади. Так, замечательно. У меня машина уже имеет облегченный вариант, так как крышу ей сорвало, и она, соответственно, немножечко едет быстрее. Я, если честно, ребят, я это, как говорится, не знаю, не смотрел и не могу это доказать или как-то оспорить. Быстрее она, не быстрее. Так, а вот чувак, я вижу на этих, на попрыгушках. Я знаю, что такое попрыгушки. Сейчас, если он раздухарится, а он может раздухариться. Нет. Видимо, у него плохо прокачаны они. И либо у него не было возможности ими воспользоваться. Но в любом случае, он чуть было меня, ребят, не обогнал. Чуть-чуть ему не хватило. Так что пока мы рулим. Ну, тут вообще на изи. Виктори. Видишь, что он говорит? Виктори! Поехали. Так, эти бревна. Оп, оп, оп. Да куда ж ты так ныряешь-то, рычаг, не надо. На заднем колесе, правильно. Слушай, а маневр, мы что, до сих пор еще не сделали никакого маневра? Там 500 метров нужно было маневра сделать. Мы до сих пор... Подожди, что там, кубок лесов? Слушай, я... вот мы с тобой гоняем, я еще ни разу не видел, чтобы у нас была пустыня. Так, Джозеф какой-то тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ну что же это творится-то такое, а? Каким я? Я приехал вторым. Вторым. Ребят, ну я хочу быть первым, я не хочу быть вторым. Так, правильно, Джозеф, ныряй там пока головой вниз. Ты дуралей, просто дуралей, дурачина. Начал там прыгать. Ну ты видел, что он там делать стал? Кулебит свой ненаглядный. Он стал делать свой ненаглядный кулебит. А вот эту трассу я уже, кстати, вспоминаю. Особенно, когда вот монетки появляются, которых не было. Да-да-да-да-да. Так, ну что, мы доказали еще раз, что мы лучшие. Выпадает нам магнит и ускоритель дым. Кстати, у нас 746 тысяч монет. Мы же можем с тобой, знаешь, что сделать? Немножечко прокачать. А качаем мы с тобой вот этот агрегат. Посмотрим, хватит ли нам. Так, это прокачали полностью. Нет, не хватит, ребята, денег. Очень много жрет прожорливый агрегат. Но смотри, нам остается здесь два уровня поднять, и здесь 7. Так что скоро будет у нас, друзья мои, еще и вертушка прокачана по полной программе. И надо будет только будет ее... Ох ты, ёк-макарёк. Прокачать эти. Вниз, 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 вниз. Вот это... Вот это мы с тобой наяриваем. Да ну! Трындец. Он там чё? Нет, не было никаких у него попрыгушек. А я слышал звук попрыгунчиков. У кого там он был, я так и не понял. Так, он, значит, на супер этом, да, едет. На нитро. Точнее, даже это не нитро, это называется, ребят, форсаж. Есть. Шикарно. Так, кубок аллигаторов, водные гонки.
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. Давай-давай, только в отрыв иди. Так, он должен, по идее, ломать все эти. А как он, интересно, проехал по фургонам и даже их не сломал? Я, когда еду на своей машине, они у меня ломаются, а у него нет. Так, ну что у нас тут? Угу. Крылья. Нарлийное авто. Туннели. Что-то у нас сегодня, по-моему, ребята, день ролейки. Я просто не вижу трассы, где можно было бы взять другую машину. Это кто у нас такой? Лорд Би какой-то. Это, наверное, зря сделал. А, и зря. А Лорд Би там уже, ребята, ушуршал далеко. Он схитрил. Так, он где там, этот Лорд Би-то? Сзади меня, блин. Опа. А, видимо, он с первой попытки у него не получился. Наверное, перелетел, скорее всего, ребят. Мне кажется, именно так это произошло. Ё-моё. А он перелетел. А он, ребят, перелетел. Ну, теперь-то понятно, тут его фиг обгонишь. Ой, все. В усмерть, ребята, разбился. Зашибись, я еще проехал такое расстояние вниз головой. Удивительно. Так, ну что, пока там они... Блин, вот это вот... Ненавижу, ребят, когда вот так вот едешь и в этот валун врезаешься. А здесь что за прикол? А здесь вот такой прикол. Ну, первое место мне уже не взять, все равно, ребят. 7 очков, да? А, первым? Ну что же. Первый — это всегда хорошо. Приступайте к развлечениям. Давненько мы здесь не были. Прям, ребят, давненечко. Давай, 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 рыба, ири. Чё? Перевернись, София. Я буду первым, ребят, я буду первым есть. Донатер, ребята, чистой воды донатер был сзади меня, потому что вот эта машина, скин, он донатный. Так что делай выводы. Это мы с вами не имеем права ничего приобрести здесь. А эти вонючки могут все себе позволить. Так что не зря, как говорится, лучше нас нет никого. Мы лучшие. Мы, ребята, лучшие. Да. Ну что же, остается еще одну гонку нам выиграть. И будет... Или сколько? Одну? Одну, по-моему. Давай, 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 целуйся. Так, прямо, оп, в дымоход. Шикарно. Прям шикарненько. Все у нас хорошо получается. И финишируем. Все, ребята. Все в навороченных костюмах. А я в обычной курточке. Слегка небритый. Сундук на голове. Что еще можно, ребят, пожелать? О! Я думал, сейчас перевернется он. Байкер-то. Но нет. Байкер... Как он, блин, на такой скорости, ребята? И... Я удивлен. И не разбился. Вот объясни мне, как? Еще въехал, главное, плавненько в этот... В туннель. Мне крышу там сорвало, а он въехал плавненько. Вот это, конечно, подбешивает меня. Не отстает. Просто ни на йоту, ребят, не отстает от меня. Но
мы лучшие. Так, ну что, остается еще одну гонку нам сделать. Главное не подкачать. Ну что ты, ёк-макрёк. Я должен, по идее, приземлиться сейчас перед... Я уже думал, что все, мне хана. Что разобьюсь. Первым? Подожди, а как первым-то? У нас же мотоцикл был первым. Опа, еще один сундук. Так, ребята, крылья и амортизаторы прыжков. Неужели здесь нам даже позволили прокатиться в магнитной цепи, то есть на фабрике? Фабрика по утилизации машин. Фига себе, тут еще и лихач. Воу-воу-воу-воу. Нормально. Вписался я одним словом, да? Ну и прекрасно, победа. Так, ну что, давай дальше. Давай далее. Это у нас будет вторая гонка. А, тут еще и байк. Оу-оу-оу-оу, Рэй, ты что делаешь? Фига себе, лихач-то там, смотри. Лихач-то куда полетел? Лихий. Блин, меня тут очень сильно штормит, ребят. Так, ну что, посмотрим на второй гонке. На третьей гонке, кто лучший. Эль Мехико или я? В моих интересах этого говнаря обогнать. Этого Эль Мехико. Чтобы знал, кто такой дядя Рэй. И все. Делов-то на копейку. Он вообще приехал последним. Ну что, ребята, у нас восхитительные диверсии. Что-то, кстати, зачастили эти диверсии вот именно здесь. Твою-то, блин, сейчас на голову упадет. Долбаная трасса, друзья. Долбаная трасса, я ее... Вспомнил, когда уже подлетел наверх, что да, что там не надо было газовать. Ну что ж поделаешь. Ну врезался. Так, пускай он там наверх идет, а мы понизу поедем. Да не надо врезаться-то во все подряд. Пи. Ребята, два раза погибнуть на одной трассе. Ну как бы на одной этой. Это, по-моему, перебор. Причем, где я так мог сильно, ребята, броню себе на крыше пробить? Вот скажи-ка мне на милость. Особо-то вроде нигде и не ударялся. Непонятно. Ладно, фиг с ним. Возьмем всего лишь 3 очка. Может быть, хотя бы последнюю позицию. Да, ребят. Тырить-тырить-тырить. Последняя позиция. Откатываемся назад. Горный кубок. Слушай, я горный кубок, наверное, поеду все-таки на багги. Или опять меня подкололи? Ну, ты понял, да, почему я думаю, подкололи? Горный кубок, это подразумевается своего рода всякие прыжки, трамплины и тому подобное. Но, если честно, я ничего такого здесь не замечаю. Даже если есть, то не критичные, скажем так. Есть что-то, я вообще всех там позади оставил. Давай, 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 Рэйчик. Поднаяривай там. Ну, вертушки-то здесь вообще должно быть раздолье, ребят. Я не знаю, что она там тупит. С ее-то вот этой проходимостью, да? Должна вообще на изи проходить здесь все.
Снежок пошел. Кстати, ребята, у нас тоже снежок. Уже как 3 дня падает. Вот, наверное, снежок-то выпал. Нежданно, негаданно. А мы не успели, как тебе сказать-то это, подготовиться к зиме. Я не успел. В летней одежде, блин, ходил. Вот и доходился, что простыл. Там, видишь, там не только простуда, там еще и очень, ребят, высокое давление было. 160 на 120, то есть очень высокое. Для меня. Если у меня 120 на 80 обычное. Так, ну что. Первое место, ребят, конечно же, первое место. И, блин, даже не взяли. Ну, кубок колпака и ступицы, это надо уже ехать на раллийном авто. Опа, опа, там чувак этот, Ибис. Ты видел, что там? Пипец, короче. Самый отставший. Ну нет, второе место взял. А вертушка просто изначально взяла довольно выгодное для себя положение. Видишь, она еще тут летает как... А, он еще и с крыльями. Вот оно что, вот почему, ребят, перелетает тут через все. Ну, ему тогда проще будет. И здесь он перелетит, да? Да, здесь он перелетит, а я... Нафиг ты на тормозаторы нажимаешь? Ну ты дурак, что ли? Пипец. Он заезжает на горку встал, я взял, ребят, нажал на тормоз. Ну, ни ума, ни фантазии, блин. И тем самым дал выиграть этой вертушке. Вот так вот. Короче, сам себе сам подосрал. Ну и что, 7. О, я первый. Так, ребят, 2000 монет забираем. И тут рукой подать до 3000. Эпические холмы. Это что-то связано с зимой, да? По крайней мере, там был нарисован снежок. Вот эпические холмы как раз-то надо, ребят, проходить. Ну, ты уже понял, на чем, да? На багги. Они хорошо проходиться должны. Ну? Чё такая долгая трасса-то? Ёк-макарёк, вот он, финиш. Взяли. А, мотоцикл вторым приехал. Но он лихо начал. Я прям смотрел за ним, наблюдал, так скажем. Как он это начинал все дело свое. Вот почему у меня дурацкая манера, когда мы поднимаемся на возвышенности, у меня нажимать на тормоз? Ну, потому что я тормоз, ё-моё, видимо. Так, а вот это что, идеальное приземление, что ли, идет? Или что? У этого ананаса, блин. Пипец. Чуть-чуть мне не хватило. Совсем капельку. Если бы я проехал бы по мосту, бы идеально. Было бы все нормально, ребят. Так, тут, по-моему, вниз можно. Тут, по-моему, вниз можно. Угу. Обалденно вниз. Испытания на скоростных спусках. Но это знакомая трасса, поэтому, ребят, это для ролейки, насколько я помню. Да-да-да. Сколько я здесь не ездил, я всегда, ребят, здесь первым, практически. Хотя...